Стоимость бензина марки А95 семимильными шагами приближается к 34-леевому рубежу, а дизтопливо перевалит во вторник за отметку 31 лей. Литр бензина марки А95 подорожает во вторник на 22 бана до 33 леев 77 банов. Стоимость литра стандартного дизтоплива вырастет на 43 бана до 31 лея 34 банов. Таковы предельные цены, установленные на РЭ. В агентстве объясняют рост ситуации на мировых биржах. Тем временем Financial Times предупреждает, что мир должен подготовиться к самому большому повышению цен на топливо. Эксперты Goldman Sachs, одного из крупнейших в мире инвестиционных банков, прогнозируют, что средняя цена на нефть в ближайшие 3 месяца вырастет до 140 долларов за баррель. Между тем, по оценкам американского банка JP Morgan, одного из старейших финансовых учреждений в мире, стоимость нефти в этом году может достичь рекордного уровня – 175 долларов за баррель. Сейчас как на европейском, так и на американском континентах он стоит в среднем 120 долларов.